Всем привет. Вышел в поисках опят, но не нашел хороших опят, не знаю почему. В прошлом году 15 числа уже было поздно, я вышел, уже было поздно. Много уже было переспелых, можно сказать, полугнилых уже червивых таких опят. В этом году вышел сегодня 12 число, думал, что-то удастся найти, но увы. Но думаю, что-то другое. Хотел показать вам опят, но покажу вам что-то другое. В красивом месте расположен лесничий кордон. Домик такой, прямо на опушке леса. Я вам хочу его показать. Это село справа, село Наславче. Вот две большие елки. А между елочками лесничий кордон, да, домичек такой. Такая дорожка, которая поднимается в лес. Такие вот ступени. Вот так что-то все выглядит. Елки красивые. А лес еще красивее. Сейчас покажу вам красоту осеннего леса. Здесь ели зайчика. Это такой пух. Такая вот беседочка. Красота, здесь чистый воздух. Аромат такой, смотрите, какая опушка. Это все лес. Это все лес. Красивый лес. Травка такая мокрая. Всего только 10 часов утра. Так, а теперь покажу вам с этой стороны. Смотрите, какое красивое расположение. Две елочки, домик и горы. Видите, по ту сторону. Вот так все выглядит. Шикарный вид. А там мы видим молдавский флаг. Вот он. Так, идем дальше в лес и покажу вам лес. Осенний лес. Те, кто не имеют возможности выйти, покажу для вас осенний лес на Славче. Видите, как много листьев уже разноцветных. Но еще довольно-таки много держится на деревьях. Вот такая красота. Листья довольно-таки много на деревьях. Но картинка очень красивая. Ложные опята есть, а настоящие съедобные опята нет. Там где-то солнышко смотрит на нас. Вот такая лесная осенняя красота. Хотел похвастаться опятами, но не удалось, увы. Мы поехали домой. А вам всем пока-пока, пишите ваши комментарии.